Глава муниципалитета Валерий Венцель посетил офисно-логистический комплекс предприятия «Сантехкомплект», находящийся на Белокаменном шоссе. Ему показали склады и рассказали об основной деятельности компании. Холдинг «Сантехкомплект» – одно из самых крупных предприятий Ленинского района. На рынке уже более 25 лет. Основное направление – продажа сантехники и инженерного оборудования. В среднем здесь оформляется от 300 до 400 заказов в день. Благодаря отработанной системе время обслуживания клиента составляет всего около 30 минут. Ну, мы здесь, на этой территории, развиваемся, начиная с 1995 года. Начиналось все там с 1 гектара, ну, сейчас вот около 16. Вот. Что я хотел отметить? Я рассказывал о том, что есть вот склады, вот эти два тысячника, вот это 3,5, 9, где мы были. Каркасные тентоукрытия, они где-то по 1400 квадратных метров составляют. На примере представленного в административном здании макета комплекса Валерию Венцелю объяснили структуру работы холдинга. Затем глава района провел встречу с коллективом сотрудников. Понятно, предприятие должно зарабатывать денежные средства. Цель для нас, как для органов местного самоуправления, чтобы были предоставлены рабочие места. После небольшой вступительной речи было предложено провести собрание в формате диалога. Все желающие могли обратиться со своими вопросами и тут же получить на них ответы. Сотрудников, которые преимущественно являются жителями района, волновали вопросы транспорта, экологии, медицины, работы управляющих компаний и развития территории. Мы должны заботиться только об одном, чтобы у нас развитие инженерной, социальной инфраструктуры, транспортного составляющей не отставала от вот этого бешеного строительного ритма жилья. В заключении встречи Валерий Венцель пригласил всех собравшихся на празднование Дня города и района, которое состоится 8 сентября. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».